если честно, дожди уже задрали. Просто даже ежедневный ливень. Ну, хорошо, сегодня вроде без грозы, грома не слышу. Камера не передает? Он конкретно ливень. Здесь поближе сделала, так видно. Какой-то катастрофический август. Вместо пляжа на тебе. Такая зеленая травка выросла у нас тут после дождей. Целого выедает то, что к ней доросло. Иногда я даже на ту зеленую переходит. И валяется. Слеп не идут. Даже несмотря на санафлай, на обработку. Все равно умудряются объесть. Гурчик белый ангел. Вот простой огурец, а я огурец белый ангел. Что-то половину... А, нет, с лапками. Это мне, значит, показалось, что он без лапок. Главное, чтобы он мне не упал. Такой богомол у нас сидит на душе. А у нас здесь повторно цветут одуванчики. Прям под крыльцом. Вот какая красота. Дуванчики цветут в августе месяце. Последний привет от Макс Фактора. Да, Лизушка? Моя девочка хорошая. А девки все еще спят, а Стеллу я вывела. Прошло 3,5 часа. Сразу их не удалось обтереть, потому что уже была пленочка какая-то такая засохшая. Сейчас жду, когда они наконец-таки засохнут, и вычешу их. Два козла, а вот справа стоит коза от меня, как бы вот на меня смотрит. Коза, она первая родилась, козлы родились потом. Вот 3,5 часа после окота послед висит. Вот у нее это каждый раз происходит. То есть, ну, последние два раза, когда она родила Амиго, и вот сейчас, если помню. Там Амалькин уже сидит, отсаженный, пока некуда его больше деть. Гайка лежит. И вот Алиска. Алисушка, давай уже. Сейчас папа кальций привезет, уколем. Можешь ягодки есть? Давай, винные ягоды, давай-ка задурмань головушку. Давай, давай, не хочешь, не хочешь. А ну-ка, ну-ка давай, смотри, какая хорошая ягодка. Ты устала, да, устала. По грибочку хочешь шмякнуть, да? Ай, красоточка ты наша. Проверить надо, как мамка баночки закрыла. Пахнет грибами, плохо закрыто. Горячая. Горячая, да? Не надо, девочка, не надо. Люда, я открою сейчас тебе. Ой, девка хорошая, умничка, умничка. Что? Папаня фото-мото делает. Фото-мото делает папаня. Что такое? Что такое? Скалочкой спад педигри, да? Скалочкой спад педигри. Надо раздербанить, пока родители не съели.
Скоро тут будет душ. Саранча летит, не знаю, видно будет, не видно. Остров виден хорошо. А там против солнца уже масло. Но мы искупались. Николаев. Которые тогда к нам заходили. Детки привязаны по сути. Ася нашла себе гнездышко. Это люк тут был. Так, ну что? Куча веток растет, дробить некогда. Но зато сделали великое дело. Два кольца опустили. Ну, тут надо будет выровнять, естественно, все. Но хотя бы уже вот подсептик. Так. Там тоже куча веток. Это будущие опилки, они нам нужны. Это кто тут? Красавцы, как весело теперь, как теперь весело. Айза, иди сюда, иди сюда, Айза. Алтынчик, Алтын.
Как здорово!
небольшой обзорчик коз. Вот так вот вырос Грозный. Вон там Амбассадор и Амалия. Он стоит, кустик объедает. Амиго. Это Амелия. Гамма с горной малинкой. Амиго. Бритни на охране. Это Атамальки. Такой вот вратарь получился. А это наши малыши. Последние от Масактора и Алиски. Алиска нам преподнесла в августе сюрприз. Два козла и козочка. Да? Кози твои, кози. Вон мы как веточки любим. Кози мы, кози. Так, это у нас тут. Куры бедные все еще тут. Хорошие, хорошие. Хорошие. Собаки на боевых постах. Малыш. Там Бася. В жару бегать никто не хочет. Это Алиска с Гайкой. Алиска вон. Я думала, что она запустилась. Она у нас, оказывается, беременная была.